Семья из Абакана интересуется, когда в абаканской аптеке номер 58 появятся подгузники для детей-инвалидов. Администрации аптеки заверили, подгузники к ним поступили накануне. Перебои с поставками возникли из-за проблем на таможне, так как товар импортный. Так что получить положенные подгузники родители могут уже сегодня. Жители МПС спрашивают, почему в их районе тротуары не чистят от снега и льда. Очень скользко. В городском отделе ЖКХ ответили, из-за частых снегопадов убирать снег и наледь коммунальным службам приходится по мере возможности. Почистить все улицы после выпавшего снега сразу же просто невозможно. Тротуары в МПСе будут очищаться по графику. Жительница Саяногорска беспокоится. В ее доме открывают новые магазины и офисы. Соседи делают перепланировку. Не страдает ли из-за этого сейсмоустойчивость здания? В отделе архитектуры Саяногорска успокаивают. Перепланировки совершаются с разрешения архитектуры в соответствии с требованиями сейсмоустойчивости. Если же собственники самовольно рушат стены, то соседям нужно написать заявление на имя начальника отдела архитектуры, после чего специалисты сделают проверку.